Ну, начало игры у нас не совсем получилось. Видно, сказала, что мы месяц практически не играли на официальном уровне. Вот. Плюс волнение некоторое было у ребят. Поэтому, я думаю, начало игры не спамкали. Мы потом успокоились, ребята взяли мяч под контроль и начали полноправно проводить свои атаки. И я очень рад, что мы сегодня и забили, и урок неплохой показали, поэтому я думаю, что я держал зрительное напряжение, и я думаю, что я Спасибо. Savoir la bataille. Oui, Laura, c'était quelques intervalles. Quatre intervalles. Quel degré de bugün oyunda sezindiniz? Ваш интервал, произошедший между играми, насколько он повлиял на игру вечером? Ну, повлиял. Начало игры, как я повторил, было невыразительным, очень много было необязательных потерь. Видно было, что ребята находятся в игровом тонусе. Но я опять же благодарен этим ребятам, что они успокоили ребят, взяли мяч под контроль и начали играть в свою игру. Конечно, сказалось это, но по ходу игры мы прибавили уже в середине первого тайма, мы уже выглядели более нервно. Сплоченным коллективом, который знает, за счет чего вскрывается оборона соперников и добивает свою игру. Друзья, легионер, на игре капитане крупно ну, они делают то, что от них требуют, выполняют свою функциональную обязанность, нападающих нужно, чтобы забивали, отдавали, обостряли, нападали, поэтому этим они сегодня занимались, вот, и я рад, что сегодня Георгий оборвал, он забил два мяча, третий не засчитали, не знаю, не видел я эпизода, поэтому не могу сказать об этом. Но, в принципе, я его поздравил с почином, что он в первенстве Узбекистана забил два мяча, и тем самым более уверенно будет играть следующий. Ингоен, асуалси рахабатчи булангулади, не сахарда. Следующая игра будет с нашим основным соперником Карши. Что можно сказать про эту игру? Ну, будет интересная игра, потому что Карши амбициозный коллектив, у них хорошая поставленная игра. Вот, я думаю, что игра будет тяжелая, как для Карши. Мы готовимся, еще раз возьмем, проанализируем игры. Карши за счет чего не играет, за счет чего строит свою игру. И думаю, что Вадим бой, Карши, естественно, постараемся с положительным результатом приехать. Сегодняшнюю победу кому посвятили бы? Ну, мы каждую победу посвящаем своему 12-му игроку, который заполняет трибуны, который горячо нас поддерживает, поэтому мы посвящаем победу им и благодарим их за такую мощную поддержку, которая помогает нам выиграть чемпионат.